лет работает в школе высшего спортивного мастерства «Москвич». И вот один из самых перспективных его воспитанников на сегодняшний день – Марк Шахматов. Он член юниорской сборной команды России, серебряный призер финала Кубка России 2009 года. Вот такое было выступление Марка Шахматова, воспитанника заслуженного тренера России Виктора Николаевича Кудрявцева. Я вот о чем подумал. Это композиция из знаменитой оперы Пуччини «Тоска».